Привет, друзья! Как говорится, цикл передач «Говорящие руки», но не в этом дело. Сегодня хочу записать на видео больше, наверное, для себя и своего товарища, чем для других пользователей, но все равно я не против, если вы посмотрите. Вот прикупил индивидуальный рацион питания, так как собираюсь в небольшой туристический поход, а кушать что-то захочется за сутки. И вот хочу посмотреть, что в нем есть, что находится, что, может, мне придется с собой еще дополнительно взять, что-то, может быть, из продуктов, которые там находятся, выложить как ненужные в моем путешествии, скажем так. Может быть, что-то я не люблю просто из своих кулинарных, так сказать, требований. Ну что, вскроем, посмотрим. И подумаем. Вскрывать. Так, не знаю, аккуратно получится, нет? А, ну, в принципе, должно получиться, так что может нам не понадобится. Я немножко не туда пошло. Не хочу сильно его рвать. Кушать я с него ничего сегодня не буду, так что, ребята, если кто, извините. Просто хочу посмотреть содержимое. Хочется все это сделать аккуратненько. Нам упаковочка еще пригодится. Рюкзак у меня только сложен наполовину. Ну, как обычно, внутри коробка с дыркой, за которую мы пальцем беремся и вытягиваем. Пока, правда, что-то плохо вытягивается, если честно. О, пошел. Ну, в принципе, ничего. Ой, что-то осталось. Все, ничего нет больше. Ну, кстати, забыл сказать, это пятерочка. Рацион пятерочка. Не знаю, плох он или хорош. Я, если честно, в сухпайках не разбираюсь. Ну, да ладно. Сразу вот на глаза мне попался майский чай. Цейлонский черный чай. 2 грамма. Кофе. Разложим по порядку. Сливки, пожалуй, положим кофе. Так, раз, два, три. Пакетика. Адаптон. Всем известного, кто открывался в пайке, смотрел, питался. Ничего сверхъестественного. К напиткам сюда он даже подальше положу. Соль по вкусу. Так, салфетка. Извините, что не по порядку. Но вот что в руку попадается, то я достаю салфетки. Так, еще майский чай, уже 2. Спички. Повидло фруктовое. Фруктовая Московская область, Ленинский, Измайлово. Изготовитель 100 грамм продукта содержит, 59 грамм углеводов. Энергетическая ценность 224 килокалории. Уж не знаю, много это или мало, не диетолог, не разбираюсь. Так, ладно, сахар положим к чаю, к кофе. Еще 3 пакетика сахара, как обычно, по 20 грамм. Да, освещение у меня, конечно, паршивое, блин, нифига не видно. Ну ладно. Шоколадка. Шоколад горький, георгиевский, 30 грамм. На ощупь здесь 3 кусочка, как бы вот рифление идет. Это к чаю, как говорится. Ну, как всегда. Ой, да что ж с освещением, то не знаю, как сделать. Может, так отвернуть получше будет. Слепит камеру. Как всегда, баночки все немножко помятые. Здесь помятая. Но ничего. На вкусовые качества не влияет. Ой. Фокус. Фокус, как всегда, пропал. О, как-то так обманули мы его. Ну ладно. Итак. Рис с курицей и овощами. Блюда вторые, мясные с гарниром, как бы считаются. Перед употреблением разогреть. Хорошо,
Будем пробовать, разогреем. Говядина тушеная. Ну, как всегда, вот опять я говорю, баночки кривоватые. Но, надеюсь, все будет нормально. Так, 250 грамм. Говядина тушеная, ГОСТ такой-то, первый сорт. Состав: говядина, жир, говяжий, лук, репчатый, соль, лавровый лист, перец черный молотый. Пойдет. Так, нет, не так. Ну, эта баночка что-то изрядно пострадала. Как бы. Видим, мятая она сильно. Гуляш с картофелем. Думаю, будет вкусно. Вот он как-то вот гуляш из этой поминки весь сюда перетек. Ну да ладно. Мясо говядина, картофель, жир говяжий, томатная паста, мука, соль, лук, репчатый, морковь, лавровый лист, перец черный. 250 грамм. Ну, в принципе, неплохо. Жвачка Дирол, сладкая мята. У многих какой-то, я вот видел в роликах, виноград. Какой-то дикий там, не знаю какой. Так. Вот она рыбка, как я понимаю. Минтай сушеный вяленый, соломка. Вот он. Как-то товарищи у меня купили и очень расстроились, что не было его в наличии. То ли, не знаю уж какой рацион был у них, ребят. Но что-то вот, видать, у них с собой пиво было. И они такие расстроенные были. Потом мне жаловались. Говорю, я-то здесь при чем? Не я же делаю. Ну да ладно, продолжаем дальше. Шпик соленый. Как обычно, классика. Сухпайков. Пюре яблочное. Икра овощная. Говорят, вкусная. Напоминает баклажанную или кабачковую икру. Ну, в принципе, что, чего здесь больше? Сейчас посмотрим. Баночка немножко вздутая, но потому что, видите, сильно мятая. Вообще покорежила ее беднягу. Так, сейчас посмотрим состав. Консервы овощные, закусочные, стерилизованные. Кабачки уваренные. Все-таки кабачковые, значит, икра получается. А морковь, лук репчатый, крахмал пшеничный. Соль поваренная, сахар, песок, томат, паста, масло растительное, перец черный, перец душистый, зелень петрушки и укропа. В принципе, я такие вещи люблю. Сыр плавленый. Как обычно. Паштет нежный. Не удивляюсь, что он здесь присутствует. И фарш колбасный. Особый. В принципе, все консервы очень вкусные. Так. Ага. Вот он, разогреватель портативный. В такой упаковке я его еще в никаких обзорах, если честно, ребят, не видел. Фокус. Поймайся. Ой, господи, да куда? Ну, я думаю, видно, разогреватель портативный. Три таблетки сухого горючего, металлический таганок. Ой, лампочка потухла. Бывает. Она, по-моему, даже и лучше стала. Ну и как всегда, хлебцы, точнее галеты армейские из пшеничной обойной, две пачки. И галеты армейские из муки первого сорта. Салфетки, перец вот, кстати, остался, ножик, три ложки. Не знаю, брать их с собой или нет. А вдруг кто забудет? Так. Опа. Вот тут интересно. Поливитамин. Не, камплевит. Хочется обратить внимание. Как бы две таблетки должно быть. Смотрим. Здесь есть таблеточка. А вот тут пустой отсек, ребят. Вот тут пусто, нет ничего. Вот здесь, да, есть таблетка. Не знаю, как показать, что не обманываю, блин. Ну вот, она выпирает, во всяком случае. Вот, может быть, видно. А вот здесь, ребят, пусто. Могу скомкать, я не знаю, как там. Вот, здесь нет, вот здесь есть. Веселая. Брак, так сказать. Не знаю, одна должна быть или две. Так, и
три таблеточки на литр воды, но это я понял, для обеззаряживания, которые идут. Ладно, вот их я на всякий случай возьму, ребят, честно говоря. Так, салфетки. Так, у многих по две, посмотрим, сколько у меня. Раз, два, у меня три салфетки. То есть на три приема пищи. Так, мне интересно, вот по поводу комплевита стало. Поливитамин дрожжа. Одно. Все-таки одно, ребят. Здесь написано в этой инструкции по использованию индивидуального рациона питания, вариант пятерочка, на одного человека в сутки. Комплевит все-таки один. А вот сливок сухих должно быть двое, как и кофе растворимого двое. Шоколад... А, может быть, это в граммах? Тут просто непонятно. А, продуктов в граммах, точно, вот, ребят, извиняюсь. Тут, видать, все-таки в граммах. Ага. Жевательная резинка дрожжи 10. Ну, 10 грамм или 10. Короче, что-то в граммах, что-то в штуках. Такая вот инструкция сумбурная. Ну и, как всегда, с другой стороны, рекомендация по употреблению рациона питания. О! Ага, для разогрева продуктов. Ну, я думаю, многие это читали. Не будем на нем заострять внимание, так как смысла нету. Ну, у меня, как всегда, сумбурное видео. Но я еще раз хочу сказать, это я больше для себя снимал. На память, так сказать. И показать товарищу надо. Вот, ну, в принципе, буду все обратно складывать, попробую. Уж не знаю, как у меня это получится дело. Ой. В принципе, пожалуй, все это я с собой возьму. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Кушать хочется всегда. Буду я не один, будет нас 5 человек. Я не знаю, кто что с собой берет, но чувствую, пару консерв я еще с собой хлебушка прихвачу. Ладно, ребят, буду собираться. Спасибо.